Хей, йога и свинушники, мы продолжаем проводить игру под названием Пика. И мы отправляемся искать Эрни, червячка Эрни. О, люблю компьютеры. Очень сильно. Даже в их... Так, игрок проми себе попробовал. Но разработка отнимает слишком много времени. Но поиграй, если хочешь. Версия сыровата, но играбельна, если приставку найдешь. А где мы с вами приставку находили в этом? В городе вот этих мужичков. Что, погнали? Или вернемся в город? Не знаю. Ага, попробуем. Я хочу посмотреть, как, куда он приедет. Так, поехали. Короче, мы сейчас с вами вернемся. Я хочу попробовать игру эту. Так. Лес. Но игра, да, долгая, прикольная. Ну нет, не поливай ничего. Блин, шапку снять нужно. Назад. Можно быстрее. Хочу все быстро делать. По-быстрому. Так. Кажется, вот это здание. Да? Да. С. А, короче, просто на это, да? Набивание на голове. Почему мне такое предчувствие, что если я хочу? Отлично этот получить. Медальку, то мне нужно сотку набить. Нет. Эх, 16, ладно. Слушай, если захочешь сделать... Ага, ну это было. Хорошо. Что? А, мне показалось, я куда-то мог пройти. Но я не буду набивать 100 очков. Мне почему-то кажется, чтобы получить трофей, этот мне нужно сотку набить. Вот чувствую. Почему-то серьезно. 100 очков набиваешь, тебе дают вот этот трофей. Игрока или профи. Озеро. Ну мы типа посмотрели, как вообще игра сама себе выглядит. Поэтому отправляемся. Поехали. Ну, сокращение пути мы себе открыли, поэтому нормально. В путь. Так. Да, давай ломай. Ну нет! Сука. Назад. Мне нужно сломать этот камень. О, ништяк. Червячки. Не, игра прикольная. Я думал, вначале вообще будет маленькая, но... Она удивляет. Типа и юмор есть, платформер есть. Головоломки есть.
Бац. Ой, привет. Я Эрни. Червь Эрни, хотя сейчас на червя не очень похож. Приятно познакомиться. Я искал воду, а нашел удивительный зеленый фонтанчик. Он выглядит вкусным, так что я его выпил. Но он был невкусным. Я хочу к маме, но не могу так пошевелиться. Ты мне поможешь? Да, давай. Жирный Эрни, тихо. Давай, давай. Ладно. Сейчас попробуем его сзади снова подбить. Вот опять, почему... Давай, 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 Эрни. Тихо, Эрни. Оп. Отлично, он теперь как попружинка. Так, давай, Эрни. Я там уже все сделал, поэтому... Тебе ничего не стоит. Тебе ничего не стоит, просто выйди вперед! Эрни, не разочаровывай меня. Давай, вперед. Так. Эрни немного застрял. Так, стоять. Поднимаем. Так. Опять Эрни застрял. Готово. Эрни, поехали. Эрни, давай, что там? Так, походу мне туда нужно. Так, давай сначала в эту сторону схожу, посмотрю. А, тут только монетки. Ну, монетки у меня сейчас 75 их. Поэтому нормально. Давай, давай, давай. Мы пойдем по этому пути, Эрни. Пролазь, пушка. Да ну нет. Ты должен пройти. Ладно. Вот так, все, молодец. Так, а теперь мне нужно найти проход. Ага. Так, Эрни, мне придется тобой воспользоваться. Скользкий Эрни. Большое место. Бац. Оп. Мама. Ты говорил, ты не можешь двигаться, но зато он покатился. Эрни. Так. Ты почему зеленый и круглый? Потому что я выпил зеленую воду. И она была невкусной. Ох, Эрни. Бестолковый ты червь. Ну, хотя бы живой. Красная штука мне помогла. Спасибо большое. Воды у нас все еще нет, но... Хотя бы вся семья в сборе. Твои друзья о чем-то поговорили с тобой хотели. Они что-то там... Тебя ждут. Эй, с возвращением! Мы совершили великое открытие. Черви очень интригующие существа. Интригующие и слизкие.
Смотри. Ни хрена себе. Возможно, они могут нам подобраться к роботу. Так, одолеть огромного озерного робота. Со стороны кажется, что мне очень больно, но на самом деле мне ок. И что мне теперь делать? Так, кстати, я мог еще там с кем-то поговорить, кажется. Да, с тобой. А мне нравится, как Эрни теперь выглядит. Очень свежо. Зеленый свежий цвет. Так, ребята, нам типа наверх, да, теперь выходить? Или как? О, подарок. Вчера, Эрни. Так, ну я думаю, в принципе, что он сейчас должен здесь появиться. Так, одолейте, одолейте. Ну да, вот. Эй, ну что, приступим к схватке? Нет, ну, особо не спешим. Доктор Фейм. Ну смотрите, там в принципе еще несколько штук осталось трофеев. Так, черт побери. Порвем его. Робот так разозлился, не дай ему в тебя попасть. И постарайся не упасть. Да, лучше не падай. Так, а как мне game over? А как мне его атаковать? Еще раз. Теперь я могу его просто ногами пинать. Нифига себе, я тебя понял. Я вот понял, как он может. Короче, лучше держаться посередине. Ага, все. У него вода кончилась, ему надо заправиться. Осторожно, мы передезлоцируемся. Я ж не думал, ладно. Это заново, что ли, битва будет? Так, хорошо. Не, ну здесь, в принципе, легко. А, я вижу его заряд воды, все, отлично. Все, воды у него больше нету. Давай, давай. Ну нет! Я нажимал прыжок. Вон, видите, я еще даже вон прыгаю. Почему меня перекинуло? Ладно. Да, полетели. Почему он не отвечает нормально? Почему? Черт. Да, давай. Давай водой просто брызгай, да и все. Не плюсь, а брызгай. Так, поехали, да. Теперь я не упаду. Ну, попытаюсь, по крайней мере.
Так. Раз. Так нажал 3 раза, да? Он быстрее начал атаковать. И у него стало больше запас воды. Поехали. То есть, понимаете, тут все равно еще дается и время на выполнение. Давай, пуляй. Еще 3 выстрела или 2. А, ну такой, значит, 1. Готово. Все, пойдем, сейчас должен уничтожиться. Ну все, это была последняя капля. Последняя. Все мои роботы сломаны. С меня хватит. В атаку. Так, нас куда-то забрали. Наверное, вулкан, да? Так, основная цель. Ну вот, тебе поймали. Тебе не сбежать. Я пристально слежу за твоей из соседней комнаты. Эй! Тори реально не ожидал поворот, неожиданный поворот. Я сюда незаметно так пробрался. Тут все в роботах. Надо тебя как-то вытащить. О, идея. Только тебе надо как-то... Робота отвлечь. Ой. Что? Ну, камера сломалась, ну что бывает. Глазам не верим. А так, оставил тебя на 1 секунду, а ты уже что-то сломал. Ты представляешь, как геморройно их менять? Один актом. О, поломки. 3 штуки заполняет. А менеджер может еще и экспертизу назначить. Бля. Спасибо за испорченное настроение. Давай ты этим и ограничишься. Так, а что у него там за видосик? Вот так какой-то сел или что, не знаю. Ключ у меня. Выползай. Так. Это агенты, ребят. Мы стали агентом. Поднимаемся, выбираемся. Выберите из вулкана. Да, стой. Впереди толпа роботов. Ты аккуратно там. Так, ты там. Ты аккуратней там. А то живо поймают. Да, нормально. Ты, стоять, медленно. Ты арестован. Ай, блин, стоять. Я что-то вообще не так пошел, да? Я что-то просто дислоцировался. Мы работаем. Эй, что?
Я тебе дверь починить уже неделю прошу. Нет. Я точно помню, что попросил в прошлый вторник. Я запечатанную... Так. Красоту несовершенного. Солидарен. Однако же двери все равно надо починить. Боже! Почему в такой момент? Блин, там... Секунды. Нам секунды нужны были. Ууу, тихо-тихо. Уф! А чего это они? Схема огромного города. Не надо отсюда линять. Так, дверь открыта. Так, короче, они через одну, да? Так, подожди, если они через одного... Ты стоять немедленно, ты арестован. Так, через одно. Значит, здесь робот. Здесь робота нету. Но они тоже, бывает, прыгают. Так, хорошо. Погнали на самый верх. Так, здесь робот есть, здесь робота нету. И здесь, по идее, есть. А нет, тоже нету. А, чё стоять? Так. А значит, общий пос... Так. Посыл примерно такой будет. Да, все по вашему техно... тех заданию. А где мой домик? Вы придумали, где будет мой домик? Да, он будет посередине. А, вот он. К извержению успеваем. Уже запустили продакшн. Замечательно, пойдем посмотрим чего-то. Что там как. Скоро, значит, извержение будет. Вот оно как. Так. Минус макетик. Извержение? Какое еще извержение? Что-то сильно не... Что-то тут не так. Согласен, червяк. Так, хим-лаборатория. Нарушитель. Замечен нарушитель. Тревога. Активировать лазером. Не сейчас, дайте мне выйти. Так, выберитесь из вулкана. Так, кстати, мне нужно... Вопрос как? Так, включаем лазер. Давайте, я думаю, тогда этот выключим. Ветряк. Ветряк выключим. Теперь я открою вот эту дверь. А, это вообще другой вентилятор. Mm-hmm.
Да блин, а как мне тогда туда попасть? Это сложно. А давайте не... Блин, нет, туда можно как-то попасть. Я хочу это сделать. Но только как? Это уже будет второй вопрос. Как? А без этого никак. Раз. Что это за кнопка или что это, я не понимаю. Я не понимаю. Я хочу залезть туда. Ай, боже. Дайте мне подарок. А без этого я просто никуда не смогу попасть. Но это вообще другой. Ладно, придется без подарка. Черт. Без трофея? Как так? Без трофея? Ну как можно без трофея? Ой, тебя может отбиться? Ну, сейчас попробуем. Так, вернись. Ну, блин, а. Ну. А, не хочет. Он просто не хочет туда залазить. Ладно, плевать. Все. Ну я хочу этот подарок. Хочу подарок. Хочу этот чертов подарок. Бррррт. Ладно, все. Я не хочу, все. Нахер. Идем дальше. Что-то нужно, пойдемте. Серьезно. Все оказалось намного проще. Робот Sunshine Inc. Трофеи. Круто. Ладно, если что, я там вырежу моменты. Если не забуду. А я забуду. Вот если бы я просто сюда пошел, просто бы пошел дальше, все было бы лучше. Ага. Пошел я сюда. Так, поехали.
меня на самом деле сейчас из этой херни пригорело и все. У меня сейчас просто горит. Просто огонь, пламя. Так, еще одни головоломки. Простите. Вы над этим несколько уже сидите. Почти месяц. И ни черта не готово. Простите. Мы же строим новый мир. Вот. Дивный новый мир. Извините. Так. Извержение хоть успеем. Простите. Я задал конкретный вопрос. В моем идеальном городе должны быть идеальные жители. Понятно вам? Так точно. Вот так, что вы уже... Уж так. Расстарайтесь к следующему месяцу, окей? Так точно. Как-то так. Ага, значит, они как подопытные или что? Злые планы. Эй, сюда, на помощь! О, ты их знаешь? Чего-то они тут. Как бы эти клетки открыть? Я уже знаю, как их открыть. Для этого нужно немного постараться. Итак, стоит, что я тут двигаю? Для чего я двигаю? Ага, найс. Так, хорошо. Хорошо, теперь нам нужно на эту сторону. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Спасибо. Я уж подумал, что... подумал, тут и состарюсь. Что случилось? А, помните, я выиграл... Так, как вы сюда попали? Я выиграл экскурсию по головному офису. Такая себе экскурсия оказалась. Нас держали в клетках. Фотографируют, снимают видео. Так, измеряют. Но зачем? Для ужасных экспериментов. По созданию сверхличностей. Ой. Дадай Обрвич. Что это за нафиг? Не волнуйся, они не агрессивные. И туповаты. Сомнительная сверхличность. Больше похоже на робота, который пытается подражать вам обоим. Ну да. Суть в том, что мистер Шайншер хочет от них идеальности. А получается вот такая ерунда. Но они... Так, но они не виноваты. Они же роботы. Они должны ему подчиняться. Так, извержений. Идеальный город. Что-то понял? Теории, теории, теории. Картина складывается. Мистер Саншайн хочет построить огромный город, где он будет жить со своими прихихешниками. Ну а почему нет? Пускай. Только где он его построит? На руинах нашей цивилизации, уничтожены извержением вулканом. Ок. Этого не должно произойти. Надо ему помешать. Так, вечер. Так, стоять. Чу-чу-чу-чу. Это я куда сейчас пришел? Так, надеюсь, это принесет пользу. Так, это понятно, что я могу туда пойти. Так, ну у меня аж еще здесь проход есть. Так.
мужики. Нихера себе. Пауки-акробатисты. И ради этого я туда дошел. Ну, нормально. Поехали. Помешаем планам. Так, это уже сама фабрика, да, у нас идет? Вон и город делается. Переработка дерева в доски. Вода. Привет, ты. Мы просочились внутрь и будем тебя спасать. Чего это они такое удумали? Мистер Саншайн хочет залить остров кипящей лавой. Что? Все очень плохо. Замечены нарушители. Никому не двигаться. Ой. Сюда. С роботами мы как-нибудь разберемся, а ты остановись с Саншайной. Езжай на лифте. Ребята, отправляемся. Остановись с Саншайном. Мы его остановим. В этой серии. Надеюсь. Так, лав... Да. Что? Что? Опять ты? Я просто хочу уничтожить этот несчастный остров. Творца надо залить старую картину растворителем и написать новую. Чудесную. Изумительную. А ты не даешь начать творческому процессу, который заключается в чем? И в чем же соль? Чокнутый меценат. Ладно. Который заключен в чем? В извержении вулкана и гибели всего живого в огне. А тушить его мы будем водой, откачанной из озера. Потом мы построим здание по моему проекту. И посадим кукурузки. Обожаю кукурузку. А, и вуаля, город мечты, в котором я буду счастлив жить, поживаться со своими подданными. Никаких ссор, никаких конфликтов, никакого гендерного неравенства. Идеальный город, идеальный народ. И для тебя там нет места. Взять его. Ой-ой-ой. А, кайф. Короче, когда у него пушка надувается, нужно сразу бежать. Нормально? Если ты думаешь, я не бегу, я его буду убегать. А, так... восстанавливает. Тогда все норма. А он сразу по несколько ломает. Ага, я не могу к ним запрыгнуть на эту. Так, мне пока что этого достаточно. Поля. А, вот и Эрни! Ай. Доброго здоровья, я пришел на помощь. Только помогать уже некому. Валите их. Вы подозреваете удар током? Да. Я вам плачу не за то, чтобы вы столбом стояли. Ток. Кому-то платят? Ну да, немного, но... Так, но на жизнь без излишества хватает. Даже так? Вот мне не платят. Да ладно. Ни копейки не видел вообще. Где моя зарплата? Давай позже это обсудим. Не позже. Я работаю на износ в жутких условиях за просто так. Это нечестно. А самое... Так. Купаемое в деньгах клятые капиталисты. Слушай, да. У вас обязательно... Так.
обязанностей то. Нажимаете кнопки, бьете людей током. Платить не за что. И я и так в трудной хорошей записи делаю. Резюме так внушительное выглядеть будет. Да. Плюс криминальное гражданство автоматом. Что она дает? 15% скидки на проезд. Ого-го. Так. Объявляй забастовку. И я тоже. Да что с вами не так? Ну и ладно, без вас обойдусь, сам все сделаю с вулканом. О нет, он же сейчас уничтожит весь остров, его надо остановить. Залезай на меня. Так. Его надо остановить, залезай на меня. Я должен его остановить. Остановить меня? Оставь меня в покое. А, я думал, остановить меня. С. Так, а вот это мне интересно, как играется. Оставь меня в покое. А, я прыгать могу, нихера себе. Так. Ого, часто начал это делать. Ну это прикольно, это прикольно. Давай. 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 Так я просто не хочу спешить. Так меня уже самого дергает. От этой скорости. Блин, он это сделал, он это сделал. Он стрельнул 4 раза подряд. Может я типа должен просто его догонять? Я просто не пойму, я его догоняю или нет? Сложно. Сложно не понимать, догоняю я его или нет. Классно. Он просто задел мой транспорт. Ладно, давайте, короче, не спеша, не спеша. Типа, если он начинает ускорять, стрелять, то будем останавливаться. Допустим, сейчас вот остановился. Едем дальше. Ну, типа, думаю, здесь просто нужно по прямой ехать, да и все. Вот о чем я говорю, вот это вот. Так, а я обратно могу ехать, типа? Ай, так я могу назад ездить. А, что? Тогда все ясно. Я просто не понимаю, сколько мне с ними танца нужно. Вливаемся. Да ладно. Я не понимаю, почему он бывает стреляет нормально, а бывает стреляет мощно. Мне сложно. Я не успеваю прыгать, он не успевает прыгать, он не успевает прыгать.
Сложная битва. Сложная битва. Делаем остановочки. Грузомет свой построил. Теперь хер к нему подберешься. Ага, все, 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 наконец-то. Все, доигрались. Пол — это лава. Вау. Возможно, мои расчеты оказались менее точными, чем хотелось бы. Но ты меня смог остановить. Лава уничтожит... Так... Уничтожит на острове все в жизнь. И мой город восстанет из пепла, как Феникс. Идеальный город. Все. Он уже не идеальный. Что ж. Этого я и ожидал. Похоже, мой идеальный город никому не нужен. Возможно. Я сделаю идеальную планету. Я буду мыслить шире. Ха-ха. Вы оба мне еще услышите. Вы обо мне еще слышите. Ха-ха. Он создаст свою планету, нихера себе. А. О, привет. В любом случае, давненько мы не разговаривали. И у тебя наверняка накопились вопросы. Где мы? Кто ты? Где мы? Ага, вопросы правда накопились. В чем был... Так. Сакральный смысл. Что случилось с Наншайном? Так, в чем был сакральный смысл? Так, я услышал твои вопросы. Но это был... Так, была риторическая фраза. Фигура речи, на самом деле у меня нет ни на них времени. И что мне теперь делать? Откуда я пришел и куда иду? Все, хорошо, я знаю. У космических существ нет ответов на вопросы жизни и смерти. Ох, может там так, молодежь. Всем на блюдочке с... Каемочкой. Каемочка. Надеюсь, ты хотя бы повеселился. Да, повеселился. Что еще сказать? О, точно. Давай твои очки посчитаем. Очки? 2-8. В смысле, что за очки? До подозрительного просто. Да, подозрительно просто. О, с возвращением. Мы нажали большую красную кнопку, и извержение прекратилось. Кто вообще пихает рядом кнопку все сломать и все починить? Хорошо, что ты живой. А где мистер Саншай? Так, осваивает открытый космос. Неважно. Ну что ж, хотя бы какое-то время мы будем в безопасности. Спасибо, что так нам помог, приятель. Так, приятно было пообщаться. Надо выбраться из вулкана и всем рассказать. Что всем рассказать? Ты же с нами? Все, это концовочка, да, такая? Пику-нику. Ну, в принципе... А что можно сказать об игре? Game Design Late Arts.
принципе, игра классная. Если считать, что это платформер, да, и вот так разнообразили, у них здесь своя механика. Здесь даже есть дополнительные миссии различные. Комедия есть, да, типа моменты смешные какие-то. Юмористические. Головоломок достаточно много, где бывало приходилось ломать голову, но скорее всего они были легкие для вас, но не для меня точно. Прикольная музыка, такая ламповость что-то игры, веселенькая яркая атмосфера. Поэтому мне лично понравилось. Просто даже вот вспомнить тот момент, когда мы нажали на кнопочку, да, типа, бип-бип, и он такие биты создал. Тут, вот даже заметьте, тут есть мини-задания вот всякие, допустим, когда мы раскопки делали. Спасибо, что поиграли. Раскопки мы с вами делали. Играли в баскетбол с арбузом. Много разного чего были. А? В смысле? А что мы тут делаем? Типа, это концовка или нет? Или я чего-то не понимаю? Так, ну смотрите, в принципе, у нас все осталось. И я уверен, что у нас многого чего неизвестного. Ну, сейчас выберемся наружу, посмотрим. У нас типа маяк неисследованный. А куда мне тогда идти? Так. Поехали наверх. Мне почему-то кажется, что все заново началось, но без каких-то элементов. А не, смотрите, это осталось. Как и было. Да нет. О, попкорн, смотрите. Очень много попкорна. Все как-то так подуспокоилось. Попкорн соединяет сердца и делает людей ближе. Я так рада, что я вернулась. Говоря, дома немножко так пожгло, но мы наняли роботов, и они все починили. Им вроде даже нравится на нас работать. Вот и саншайнские деньги пригодились. Оля, там... Че там сбежавшись из вулкана, мы поняли, что нас не устраивает условия труда. И организовали профсоюз. Теперь мы монтажники-ремонтники, а замороченные работы проводим бесплатно. Ну да, смотрите, все-таки что-то еще поменялось у нас в игре. Ну-ка, наверх сходим. Так, мы приносим в деревню, так, древесину, а они дают нам попкорн. Сделка века. А да, сделка века. А ну-ка сходим в магазин. Вообще, сначала был такой... Ок, круто. Извержение. Почти как салют, очень нарядный. Так, выхожу я на улицу, чтобы видно нормально было. Даже книжку взял. Чего зря тупить там, пока не начинается. И тут лава как фиганула. Красота неописуемая. Одна капелька упала мне прямо в книгу, на последнюю страницу. Смотрю в книгу, вижу фигу. Теперь не знаю, чем все закончилось. Так что лаве больше не...
Лава больше мне не нравится. Спасибо, что остановила разрушение. О, я разорен. Так, ну это все, это было. Все это было. Замечу, что у нас инвентарь все еще типа есть место, еще. Я только не знаю, вот по достижениям цели. Так, основная цель — конец. По трофеям. Ну смотрите, там еще, кажется, один или два трофея. А, даже фиг знает. Типа, давайте дальше я посмотрю, что еще у нас есть. Типа, в облака полезем. Да, в облачка. К птицам. Ну это сколько у нас вышло, получается, серий? Серий где-то 5-6. Я лучше мать-одиночка на свете. Не вздумай разорвать мне гнездо опять. Да ладно, не буду тебе его рушить. О, с возвращением. Тут земля как затряслась, я думал, блин. По-любому мой косяк. Оказывается, что это просто вулкан чуть не уничтожил весь остров. Канат не пострадал, если что, используй на здоровье. Так, а что с этим? Другом. О, привет. Здесь все в грязи. Офигенно! Рад за тебя. Что у нас там, друг камень? Привет. Спасибо за игру. Люблю чаепитие. Блекнет перед лицом вечной дружбы. Но за тобой должок. Ладно, ладно, я понял. Ладно, в принципе, я думаю, можно на этом заканчивать. Веселая игруля вышла. Поэтому как-то так. А, стой, давайте я все-таки на последнее время, что у нас осталось, сбегаю к этому. Как оно называется? На пляж. Может, что-то да и поменялось, а может там что-то появилось, может лава там залила, я не знаю. Там же должно что-то быть. Типа нам трофей должны были хотя бы дать за то, что мы прошли игру. Того. Нам ничего не дали. Зара Флан ебала, тоже ничего не дали. Так, наверх, наверх, наверх. Что тут теперь написано? Внимание, не открывать внутри чудовища. Блин, ну хотя бы поменяли, я не знаю. Я же все-таки остров спас, как-никак. Хотите, еще много могу шапок себе купить. Но я не знаю, где они находятся. У нас еще деньги с вами. Довольно приличная сумма. Давайте посмотрим. Если ничего нет, тогда на краю, так сказать, песочка закончим. И да, ничего не изменилось, поэтому как-то так, ребята. Всем спасибо за просмотр, краб. Я вот так встану. Поэтому вот так, вот так. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, до новых прохождений инди-игрушек или трэшных игр. Поэтому всем пока.